Всем привет, с вами Хантер, и мы продолжаем великолепнейшую игру под названием Inside. В прошлый раз мы остановились где-то после басистых холмов, скажем так, бля. И пришли сейчас, не знаю, в Стардом, походу. Так. Ёбаные сиськи. Вам же сейчас пизда, да, парни? Нет, а они в динамиках и привязанные, да? Ну кому-то там парочке пизда пришла. Ёбаные сиськи, блядь. Окей, мы продолжаем баси. Басистые холмы, сука, два. Окей, я принял. Там не было желтого поручня, и нас просто сшибло. Надо дождаться конца. Есть, поехали, поехали, поехали. Ебать, там здание ломается. Блять. Ебать. Тютелька в тютельку, нахуй. Опа! Есть. Бля! Я правильно понял. Рановато я сиганул. Бля, такой таймлайн просрал. Опа, есть. Давай, парень, давай, 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 давай. Опа, и нам похую. Бля, давай уже закончим этот раунд, я не хочу. Блять, еще, да? Или все? Окей. Закончили. Хватит нашего малого разрывать нахуй, бля. Это слишком жестко, бля. Так. Куда нас теперь? Какой ебау, блядь. Опять вниз куда-то, блядь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, сука. Блядь. Парень, держись нахуй, мы сейчас ебанемся вниз по-детски. Ищи воду. Блядь, 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 блядь. Выход, где выход? Бля. Пизда. Пизда. Утонет, утонет. Я слишком долго тупил. Фух. Нет, не утонет. Отдышись реально, это у меня пиздец какой-то был. Это пиздец, как ты еще выжил. Мне кажется ли у тебя на одном этом рукав порванный какой-то. Ух, бля, это было жестко, парень. Это было жестко. Сейчас нахуй раз и рванул к хуям. Да, бля. Зато наконец раунд с этой хуйней закончился. Ой, блядь. Петь на время. Оба. Оба. Готово. Персик нахуй. Только мы теперь, походу, в какой-то подводной, блядь, базе. Так, тут не будет кикиморы опять потлату водяной, блядь. Вниз. Тихо, парень, не захлебуемся, не захлебуемся. Вылазим из этой хуйни. О, а вода не холодная? Так, чё это? Допустим, сюда. А потом сюда.
Так. Опять ты. Только уже выращиваемая. Ты, по-моему, девка какая-то, да? Все же девка. И опять. Ух ты ж, сукин ты сын. Блять. Сука. Успел же. Блять, нас сейчас опять девка сожрет к хуям. Оба. Так. Теперь отсюда туда. Принял, понял, обработал. Оба. И теперь куда-то туда, скорее всего. Оба! Бесконечность не предел! Выбрались. Короче, они выращивают каких-то мут. Я хуй туда свалюсь. Нет, блядь. Серьезно, к этой девчонке. Ее сейчас там не будет, смотри. Нет, она там. Тихо. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Меня тут... Нет, блядь, плыви, парень, плыви нахуй. Сука, ёбаная. Быстрее, быстрее. Вот сучка, обманула меня, блядь. Коварная стерва, блядь. Ну... С богом! Плыви, 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 плыви. Она всего лишь тупая бабёшка. Или девчочка, или... А, так, не наверх. Или кикимора ебаная, хуй знает, что это, блядь. Хотя, может, это... Какой-нибудь рокер? Срок концерта какого-нибудь. Набухался где-то на пляже, бля. Так... Ну, допустим. Пизда мне, пизда мне, пизда мне, пизда мне. Сайонаро. Оба. Блять, да иди обратно в свою пробирку, ты. Хуйня непонятная. Отстань. Отстань. Воу. Куда? Нет! Нет! Бля! Обнимашек ей, сука, захотелось. Тварь, блядь. Да иди нахуй. Что ты такое вообще, бля? Отстань. Так, я ее, наверное, сейчас на крюк буду сажать, блядь. Так, допустим, нажали. Что нам это дает? Куда мы едем? Куда-то вниз. Куда-то... Тише, 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 опять достанет. Так. Она поджидает, сидит уже. Сейчас она тут за нами следом слева бежит. Вон она. Бежит, плывет. А потом тут поджидает. Значит, надо как-то назад, типа, вернуться. Наебать ее пытаемся, типа, пропали. Я так понимаю, она нас видит только в воде.
тихонько. И дверь закрыть. Как я и думал, да? Нет! Да отстань ты от меня. Я не пойму, что надо сделать. Чё? А если я сюда пойду, что мне будет? Угу. Я не успеваю доплывать, понятно. Так. Все равно непонятно, что делать. Ну, допустим, мы катим сюда. А, мы ее... Ага. Допустим, мы ее откинули чуть назад. Теперь сюда. Прыжок. Ныряем. Оба. А она не успевает. О, теперь понятно. Только хуйня какая-то была. Ой, нормально. Движемся дальше. Курс на север. Бульк. Тише. Не ломайся. Такие тихие кимор выращивали, блядь. Но потом базе пизда пришла. Одна, походу, она затонула. И они начали тут пиздец. Тише, я залезу. А теперь падай нахуй. Ты можешь рухнуть к хуям собачьим куда-нибудь вниз. О, какой-то бункер. Открытый бункер. Ух ты, сукин ты. Нет, блядь, откуда ты? Я же тебя там оставил. Ух ты, хуйня ебаная, блядь. Сейчас она откуда-нибудь вынырнет, и меня такая... Черт. Их, походу, тут дохуя, она не одна. Я понял, надо нырнуть, открыть, вынырнуть. Потом нырнуть, закрыть и проплыть. И тогда опять мы ее закроем, она опять нас как-нибудь найдет. Это макарась. Макарась, блядь. Карась ебаный. Оба. Ныряем. Открываем. Отстань. Хотя ты могла меня схватить, но отстань. Теперь ныряем сюда. Тем самым провоцируем ее... Доплыть сюда. Я думаю, хватит. Потому что там опасно. Ой, с богом. Главное самому, блядь, успеть. Оба, иди нахуй. Не сожрешь ты меня, тварина. Я такая... Блять, я надеюсь, их это одна, а не их семейство тут целое, блять. Как она вообще выжила, блять? Не сдохла же. С голоду, так сказать. Вау, парень! Блять, я могу что-то сделать? Отстань, блять. Да не, серьезно? Ты гонишь, блядь, что за хуйня? Отпусти меня, тварина. Парень, делай что-нибудь.
все, а он больше не подает признаков жизни. Эта сучка его утопила. Парень, шевелись, что-то ж горит, я вижу, что-то горит. Чё? Она нас подключила к какой-то хуйне? Чё происходит? Нас рыбы сожрут, да? Парень. Бля, я жму кнопки, ничего не происходит. Ладно. Оба. Чё это? Чё это за хуйня справа, бля? Захлебываюсь, но я жив. Что делать? Что делать? Куда? Где жизнь? Или мне дышать не надо теперь? Мне не надо дышать теперь? Серьезно, ему похуй. Ладно. Ну чё, теперь амфибии стали? Так, допустим, мы живы. Я уже думал, это концовка такая, нас утопила что-то, блядь. Ну, смотри, я же говорю, блядь, ну русалки какие-то, или... Хуй пойми, что это, блядь. Ладно, плывем дальше. Нами рыбы мы походу достаточно глубоко, или в, блядь, хуй знает, где мы, в океане каком-то. Так, окей, плывем. Или мы сдохли, это типа уже бредни. Предсмертные, так сказать. Галюны. Ну, мы куда-то плывем. Переруби меня, блядь. Знаю я ваши эти секреты всякие, блядь. Я только подплыву, а ты меня разрубишь, нахуй. А, не могу. Я понял, я думал, это я что-то делаю. Хватайся. Да почему не дышать? Чуть ноги нахуй не отрезало. Держись, парень. Вперед. Да почему нам реально ноги, ой, блядь, ноги? Почему нам кислород не нужен? Бля, ща меня вентилял тащит. Плыви, парень, плыви! Пополам от пидорасила нахуй, пиздец, парень, да что происходит? Ой, блядь. Страшная хуйня какая-то. Вон то ли рыбу, то ли этих, блядь, от пидорасил. Потлатых. Так, второй раз вы меня не напугаете. Уи, оба!
мне, наверное, наверх, я просто затупил. Мне вот сюда. Да, куда-то сюда. А то я на тупо на верную смерть пошел. Так мы, походу, померли, блядь. Мы стали трупом. Скорее всего, да. Все эти люди, это такие же трупы, блядь. Ой, блядь, Иисус Христос, сука. Я думал, это обычная лампочка. Ебать, ты меня напугал, гондон ебаный, бля. Так. Окей, мы вернулись снова к циклопам. Так. Пизда мне. Я даже не буду пытаться что-либо сделать. Окей. Просто стоим тут и ждем. Давай, 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 давай. Yes. Успел. Блять, я там не залезу по-любому. Так, 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 так. Оба. Окей. Иди отсюда нахуй, циклоп ебаный. Пускаем до конца. Воу-воу-воу-воу-воу. Я. Хер тебе, бля. Два в уме. Оба. Так, парень, скажи, что с тобой произошло? Ты ушел на дно. Ты, блядь, ну помер, ты реально помер. Оба. Бинго. Да, ему похуй. Ему теперь не нужен кислород. Так, ну тут тупик, да, тут темно, так что вроде никуда тут не выйти, значит что-то снаружи. Оба. Так, чё? Ой, блядь. Так. Что происходит, блядь? Я не пойму, что за пиздец какой-то. Окей, сейчас мы все затопим. Или нет? А, эту хуйню я просто не перепрыгнул бы, типа, физически. Под водой я теперь могу как амфибия плавать, а прыгать не научился далеко, да? Ну, допустим. Непонятно, но допустим. Эй, это что дает мне? Там люди, типа, я под водой, что ли? Или они под водой? Блять, непонятно нихуя. Это... Ну да, типа, блять. Хуйня какая-то. Так.
хуйня. Вообще хуйня. Так, чё придумать? Мне надо или воду как-то вот отсюда всю воду туда. Я по идее думал, что вода отсюда туда ебанет. Но она что-то не хочет. Как-то. Окей. Непонятно как-то. Так, допустим, а тут что? Во! И тут непонятно что. Надо скинуть его, да, но... А, вдуплю. Мне его надо выбить. Блять. Слишком быстро действует. Вот сейчас. Вот так вот, блядь. Надо было сделать так. Окей, типа и... И чё? Допустим, я понял. Давай. О, бля, работаем. Так. Где-то здесь. Да. Так, не, давай чуть-чуть. Вот так. Теперь вот так. А теперь, как говорится, поехали. И вот так. Так, теперь работаем. Все понятно, все легко, блядь. Только непонятно, пока ты не видишь общей картины, нахуй. Сейчас мы долетим там, кнопку активируем, что-то произойдет. И мы продвинемся в сюжете. В молчаливом сюжете, скажем так. Потому что хуй пойми, что здесь происходит, блядь. Мы типа захлебнулись, сдохли, но типа мы живые, типа... Типа, блядь, что эта девчонка мелкая с нами сделала? Только эта хуйня побольше, по-моему, чем та. Прототип какой-то. Так. Далековато. Там труба какая-то. Мы сейчас, наверное, зацепимся, вылезем, да? И? Ты назад поедешь? Понятно, не поедет. Опа. Хуёво у вас лифт, когда кнопка вообще хуй знает где. Так. Оба.
О, сама спускается. Так, ну я думаю, эту хуйню теперь туда надо утащить. И по возможности ее активировать, и еще ту активировать. И мы вообще улетим в космос. Ну, если меня, конечно, не придавит в ходе экспериментов. Она здоровая, пизда, нахуй, какая здоровая. Хотя такая же. О, дергается. Живой, значит. Ну да, как я и сказал, надо эту активировать. Потом эту активировать. Оба. И мы попали в другой мир. А не в червяках. Не все, но да, это... Чё это за хуйня? Мы типа, блядь, чё? Так, вот туда. Как это работает? Почему вода на потолке? Не, ну я понимаю, что это как-то так... Сделано, что типа, блядь, разделение какой-то вселенной, нахуй. Чё я? Чё мне это дало? Опа! Сука, я поломался. Эх, ёбаный рот! А, я еще и баран тут с другой стороны тоже есть. Отключаем эту ебаную установку, систему, блядь. Выжигатель мозгов, скажем так. Оба. Скажем так, русалка нам дала, блядь. Бессмертные легкие, блядь. Оп. Мы выплыли. Там, где не должны выплыть. Окей. Окей. Только, кстати, мы теперь никого не встречали вообще. Но сейчас кого-нибудь встретим. Это, блядь, прям обязательно. Иначе никак. Опять мы в воде. Не сломайся. Живой. Ух ты, какая хитрая. Реально тут как-то наоборот все сделано. Я в воде, но я не могу плавать. А без воды я плаваю. Так, окей. Непонятно. Непонятно. Я могу что-то притащить? Что-то утащить? Вряд ли. Так. Надо понять, как это... Чё от меня вообще требуется? Так. Сейчас нас унесет нахуй, да? Нет. Могём плавать. Так. Падаем вниз. Надо что-то притащить сюда. Все-таки надо что-то найти.
Опа, и звуки вернулись. Вот и коробку. О, там стоит партийка наших товарищей боевых. Вот этот ящик мы можем взять и оттащить. Ну же, бля. Кто бы мог подумать. Мы сейчас сломаем систему. Ну, ёбаные сиськи. Ха! Значит, мы живые, раз нас задушить можно. Хотя имеем неограниченное количество легких под водой. О! Блять, ты грохнул нас при маленьком ребенке, при девочке это или кто? Ком, чем? Пацане, блядь. Чё за хуйня, блядь? Я все равно не догоняю, что происходит, блядь. Какая-то ебанина. Пацан, не спали меня. Странная хуйня какая-то. Ну да ладно. Так. Я ж тут не столько оставлял. Буду. Так. Шпоньк. Ящик всплыл. Оба. Как не схватить тебя? О, давай, 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 давай. Вот. Почти. Надеюсь, я правильно понял. Или нет? Допустим, раз. Ящик раз. Или я неправильно понял? Бля, не, я неправильно понял. Нам, наверное, ящик понадобится у лестницы, чтобы мы смогли прыгнуть в воду, скажем так. Бля, не пойму, нас там кто-то палит? Или нет? Так, или это что это там такое, бля? Так, допустим, вот сюда куда-то. Ебать, у них эксперименты какие-то ебанутые, это, блядь, не иначе. Не иначе. Так, поднимаем. Или точнее, упираем в воду, блядь. Оба. Вот. Оставляем такой уровень, чтобы я смог отсюда запрыгнуть в воду. Там вынырнуть и пройти. Ой, ебаный рот. Оба. Опять вода. Мимы какие-то, блядь. Так, проплываем. Плывем. Или чё? А, нам же похуй, мы теперь можем плавать где хотим вообще. Точно. Я забыл. Смотри вверх, дебил. Или вам типа похуй, да? Ну пиздуйте, ладно. А не, я вижу кнопку. Тихо, тихо. Чё это за рычаг? Так, ладно, допустим. Непонятно, но допустим.
Открытый рычажок. Мы меж миров, скажем так, теперь гуляем, блядь. Наверное. Ну ты сука, ебанирует, а? Тут что ли в полете надо будет нажать? Там теперь надо что-то как-то... Ну, блядь. Непонятки одни. Я взять ничего не могу. А. Ух ты ж. Я ж надеюсь, вы не хотите меня сожрать? Блядь. За мной охотишься, да? Я не хочу останавливаться, но его нахуй. Не, ну если бы он мог меня, он уже меня сожрал. Нет, это странная хуйня. Вы теперь за мной без шлемофона бегаете? Это все типа врожденное? Давайте тут вверх. А, скорее всего в воду, бля, ебать нахуй бегать не. Сразу и хуй поймешь. Бля, почему вы похожи на... Я не пойму на что. Что-то страшное, блядь. Вы тоже с нами? Тот уебался вообще жестко, просто помер. Так, подкиньте меня здесь. Пошли теперь. Просто туловище осталось. Я, блядь, не пойму, что это за ужастик ебаный, блядь. О, подкиньте меня здесь. Так. А теперь мы сейчас, спускаясь, нажмем кнопку и пройдем. Пиздец. Интересно, потому что непонятно, потому что хуй знает что. Что вообще происходит? Спасибо, пацаны. Мужики, вы тоже со мной? Да, у меня это все, короче, врожденный талант лидера. Я веду за собой людей куда-то. Мы будем творить чудеса. Мы будем творить что-то. Блядис! А я помер. Так, пацаны. Мне надо прыг-прыг. Да. Оба. А теперь мне надо прыг-прыг в эту сторону, да. Я бы испугался, но вы выжили. Я это видел. Вы выжили. Какая-то гигантская это. А, теперь я должен упасть на вас, я понял. Вы же мне удар смягчаете. Что вы такое, блядь? Иисус Христос! Спасибо. Ладно, удачи, скорее всего, это... Мы с вами опять расстанемся. На неопределенное количество времени. Ха! Нет! Я вас заберу сейчас, если вас не раздавит об стенку. Сюда можете идти? Можете. Давайте я вас выведу как-нибудь. Оба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Блять, какой-то The Walking Dead, блять, нахуй. Так, все вылезли, пошли эти парни.
Это жесть какая-то, это, бля, жесть, нахуй. Загружаемся. Опускаемся на самое дно, ladies and gentlemen. Так, вперед. Что нас ждет, я не знаю. Открыли. Блять. Так, вперед. Ну, я так понимаю, наверное, уже конец. Там чувак тоже бежит. Он нас, походу, запалил, блять. Он, наверное, сейчас тревога будет, блять. Оба. Бля, пока, покеда. Встретимся еще. Теперь мы, блядь, то у вас компьютеры такие, нихуя себе. Бля, куда, что, зачем? Трубка брошена. Чё происходит, мазафака? Реально мертвецы какие-то. И они... Ой, матерь божья. И они снимают этот феномен. Чё? Чё произошло? Типа... Чё? Мы там сейчас, типа. Что происходит, блядь? Чего вы все бежите? Дальше пойду. У меня, скорее всего, там место есть, где я буду в первых рядах лицезреть то, что у вас там происходит. Бля, только не говори, что мы туда сиганем. Там опять какая-нибудь бабеха будет. Топит нас опять нахуй. Все же закончим, чтобы не затягивать. Если конец, то может я сплюсую с это. Если не конец, то это будет в следующей серии. Посмотрим, короче. Так что закончим, да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.